Последний звонок. Подготовка к выпускному. Уроки и отдых. Староскольский центр развития и социализации детей-сирот физкультурно-спортивной направленности «Старт» за время самоизоляции стал действительно одной большой семьей. Сотрудники вместе с воспитанниками уже пятую неделю не покидают пределы территории, чтобы избежать риска заражения коронавирусом. Каждый день, проведенный в центре, радует своим разнообразием и детей, и взрослых. В Староскольском центре развития и социализации детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей физкультурно-спортивной направленности «Старт», идет пятая неделя самоизоляции. Вместе живут 44 воспитанника и 14 сотрудников. Педагоги меняются каждые две недели. У нас получается как лагерные смены. Открытие смены, у нас всякие мероприятия, рисунки, конкурсы, а потом уже закрытие смены. Вот, как в лагере. На каждой неделе новая тема смены. Утром уроки, затем тренировки и вечернее развлечение. У нас и инновационная лаборатория Осколково работала. Мы присоединились к акции «Спасибо врачам», делали свой видеоролик, отметили День пионеров. У нас проходил и День здоровья, где у нас ребята принимали процедуры, выполняли физические упражнения, зарядку. Получилось провести спектакль кукольный силами наших воспитанников и детей. Мы не ожидали такого успеха. Думаем, что мы будем продолжать в этом направлении работать. Мы стараемся делать все, чтобы нам вместе с детьми было интересно. Для 7-9-классников в «Старте» прошла линейка, посвященная последнему звонку. Мы присоединились к всероссийскому челленджу «Школьный звонок онлайн». Мы с нашими выпускниками детского центра передавали звонок на видео. Ну, прошла у нас линейка, нас поздравляли, желали счастья, здоровья. Мы собрались все в парадной форме, все на линейке, нас поздравляли, желали удачи всех. Последние дни мая в центре полностью посвящены девятиклассникам. Ребята уже готовят сценарии, разучивают стихотворения, репетируют песни и танцы. Для выпускников пройдет торжественный вечер. Праздник назначен на воскресенье, 31 мая. Мария Кретова, Александр Балакин, 9 канал.